Ну, я начну с того, что на нас произвела очень хорошее впечатление игра команды «Говерла» вчера во втором полуфинале. Атлетичная, умная, с великолепной защитой. Море эмоций командных, сплоченная команда, которая переломила очень сильно игравший в этот день львовский клуб. И по праву выиграла. А второе, то, что мы смотрели эту игру, наверное, было нам на руку. Ну, может быть, там 2-3 часа тоже играли лишнюю какую-то роль по восстановлению. А с другой стороны, мы увидели сильные стороны «Говерлы», которые она должна была проявить для того, чтобы одержать победу в этот день. И за короткое время сумели расставить основные акценты на сильных сторонах соперника. Третье, что я хочу сказать, это я хочу поблагодарить всех наших игроков. Вот передо мной был Саша, который получил MVP Кубка Суперлиги. Он получил его, безусловно, по заслугам. Но когда объявлялось, я не знал, кого объявят. Я считал, что еще 3-4 наших игрока вполне могли в равной степени претендовать. Думаю, что тут сыграла роль, что Culpepper в прошлом году подобный трофей получал. А по отношению, скажем, к Гуину, к Муру и так далее, сыграло то, что Саша украинский игрок, который великолепно провел финальную игру. И я благодарен Саше за много лет вот, преданной работы в клубе. Он, безусловно, заслужил этот приз, и сегодняшняя игра тому подтверждение. Дякую, Борис. Рідко буває, що в фіналі закидують аж 87 очок, тим більше такий класний команді. Це уважно, що розладилося в захисті, чи так планували? Ми планували определенний стиль ігри, но Івано-Франковська команда предложила определенную защиту. Поначалу очень много было смешанной защиты, 4 в зоне, 1 лично против Culpepper. Мы очень удачно сыграли против нее. В дальнейшем соперники перешли на личную защиту, нам стало еще легче. Поэтому возросла результативность. Еще одно питание. Когда вы позволите баскетболистам налить шампанское в этом клубе? Чи у вас так строго, что сегодня не дозволено? У нас строго, но в этот день это можно. Они уже успели. Спасибо.